Корсаковец ответит в суде за принуждение к даче ложных показаний. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой портового города. По версии следствия, история началась два года назад. Тогда злоумышленник сколотил преступную группу и похитил потерпевшего. От него он хотел получить крупную сумму денег. Правоохранители задержали причастных к этому, а в отношении похитителей возбудили уголовное дело. Исправить ситуацию, чтобы избежать наказания, решил организатор преступной группы. Он приехал к месту работы пострадавшего и стал ему угрожать физической расправой, если тот не даст суде ложные показания. На эти условия потерпевший вынужден был согласиться, сказав, что злоумышленник не причастен к похищению. Теперь дело рассмотрит городской суд по части 2 статьи 309 УК РФ. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.